вчера. Прикольно. Вот. А ты принес свою любимую детскую игрушку? Конечно. Вот моя любимая детская игрушка. Мои младшие братья. Ни слова про мою маму. И знаешь, вот как мы с ними весело играли. Мальчиша и мальчиша. Когда они меня заложили нашей маме, кто взял ее пирожки? Вот так ты привязываешь скотчем двух людей к стульям и уходишь на весь день заниматься своими делами. А потом приходишь вечером, и они готовы тебе признаться, зачем сдали родного брата маме. Мы за маме расскажем. Чего тебе рассказываю? Я тебе сейчас покажу. Где мой скотч? Где мой скотч? Бурито. Мама!